Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Артем Уточкин. И в этом коротком видео я расскажу вам одну достаточно интересную новость, которая будет интересна прежде всего тренерам по настольному теннису. Дело в том, что среди подписчиков нашей онлайн-школы настольного тенниса очень много тренеров по настольному теннису, и они тоже мне задают много вопросов, как и любители настольного тенниса. Вот. Но до вот этого момента в рамках вот нашей онлайн-школы в основном выходили видеоуроки, которые были ориентированы на любителей настольного тенниса, которые либо только обучаются технике настольного тенниса, либо которые хотят исправить какие-то свои ошибки в технике настольного тенниса. Вот, и я вот сейчас серьезно задумался о том, чтобы дать какую-то полезную информацию именно для тренеров, потому что достаточно много писало мне из разных городов нашей обширной страны, и не только из нашей страны, много тренеров мне писало, которые работают с подрастающим поколением, которые работают с новичками, пишут, что информации не хватает, и методических материалов, и так далее. Вот, и когда я задумал дать полезную информацию именно для тренеров по настольному теннису, я понял, что вот это сделать несколько тяжелее, чем дать информацию, например, по технике или тактике настольного тенниса для любителя. Почему? Дело в том, что когда я рассказываю что-то по какому-то техническому элементу или по тактическому аспекту, я выступаю с позиции тренера, а вы выступаете с позиции спортсмена. Это достаточно просто. Для меня эта роль привычная, потому что я так каждый день провожу несколько часов в зале, когда работаю со своими подопечными и также им что-то объясняю. Но объяснять что-то тренерам это несколько сложнее. Вот, и я хотел дать какую-то полезную информацию, так сжав ее в 4-5 уроков, да, и выпустив их на нашем канале. Но я понял, что этого явно недостаточно. Я решил сделать следующим образом. Я решил открыть новую рубрику, которая будет называться очень просто. Она будет называться «Для тренеров». И в рамках этой рубрики я буду выпускать разные видеоуроки на разные темы именно как бы для тренерского мира. Вот, буду призывать вас там к обсуждению также, ну и так далее. Вот, то есть я это буду делать регулярно, каждый месяц у нас будет 1-2 урока выходить именно для тренеров по настольному теннису, но сразу хочу сказать, что это не будет какая-то вот такая структурированная последовательность уроков, например, как в книге, да, когда там вот первая глава, вторая глава, третья глава, нет. Я в какой-то степени буду перепрыгивать с темы на тему. Это связано с тем, что в какие-то моменты мне интереснее рассказать, например, о том, чем я занимаюсь в данный момент, и как бы у меня получится лучше это рассказать и передать вам. Иногда бывают такие моменты, что вот в течение соревнований, да, на эмоциях формируются какие-то новые, свежие мысли, и тогда будет полезнее как бы сразу эти мысли рассказать вам, и они будут для вас также полезны. Вот, то есть в этом как раз видео я хотел вам сообщить об этом, то, что мы открываем вот такую новую рубрику и хотел предложить именно тренерам по настольному теннису вот в комментариях к данному видео, неважно, где вы смотрите это видео, на YouTube или на блоге на моем вы смотрите данное видео, пожалуйста, напишите в комментариях, вот на какую тему вы хотели бы получить информацию, но, пожалуйста, это только вот для тренеров. То есть, если вы просто любитель настольного тенниса, я как бы, у меня есть отдельные файл, где я собираю все запросы, которые мне делают любители настольного тенниса, потому что кто-то просит там разобрать, например, какой-то аспект техники наката слева, кто-то просит разобрать какой-то аспект техники, там, например, подрезки справа. У меня все эти темы сложены в отдельном файле, я постепенно записываю по запросам видеоуроки. Вот это как бы отдельная рубрика для тренеров, поэтому, пожалуйста, здесь я буду принимать запросы только от тренеров по настольному теннису. Вот, пожалуйста, пишите, на какие бы темы вы хотели, чтобы я записал видеоурок. Вот, ну, а я, конечно, себе уже сам несколько тем составил, и в каждом уроке я буду поднимать какую-то отдельную тему. Эти темы будут касаться всего, то есть начиная от разминки, заканчивая там содержанием тренировки и подсказыванием, секундированием, вернее, спортсменов на соревнованиях. Все эти уроки будут небольшие, но я постараюсь сделать так, чтобы они были для тренеров
тренеров полезными, чтобы они были такими, чтобы их можно было реально применить на практике. Вот, и когда я записываю данное видео, уже у меня готово к выпуску первые два урока, вот, и как бы сегодня я вот анонсирую запуск рубрики для тренеров. Завтра не забудьте проверить свою почту, завтра вам на почту, если вы являетесь подписчиком нашей онлайн-школы настольного тенниса, вам придет уже первый урок. Вот. Ну, а если вы не являетесь подписчиком нашей онлайн-школы настольного тенниса и наткнулись на данное видео случайно на YouTube и хотите стать этим подписчиком, чтобы получать много бесплатных материалов по настольному теннису, то вот сейчас вот справа от меня появилась ссылочка, кликните по ней, и вы перейдете на страничку, где сможете стать подписчиком нашей онлайн-школы настольного тенниса. Также эта ссылка продублирована под этим видео в описании. Ну, у меня, в общем-то, на этом данном видео все. Жду ваших комментариев, вот, и буду уже дальше с ними работать. С вами был Артем Уточкин, всем успехов, всем пока!